Курсанти факультета високомобільних десантних військ совершают прыжки по своей программе. Они должны выполнить два прыжка. По задаче номер один это ознакомительный прыжок с вертолетом Ми-8. И по задаче номер два прыжок с оружием, снаряжением, также с вертолетом Ми-8. Сегодня они отработали по первой задаче в полном составе, без травм, довольны. И пока продолжаем на завтрашний день, будем готовиться ко второй задаче. Идет полным ходом боевая подготовка. Курсанты первого курса осваивают огневую подготовку. Тактическая подготовка у нас в полном объеме. И на сегодняшний день уже курсанты нашего первого курса только что совершили по первому прыжку. Вот, планируем совершить еще по два прыжка. Итого курсанты даже в этом, на первом курсе, первом полугодии, первом семестре совершают три прыжка с вертолета Ми-8. Основные практические занятия – это воздушно-десантная подготовка, совершение, практическое совершение парашютных прыжков, военная топография, тактика – основа, и для разведчиков там идет техничные засоби разведки и военная разведка по специальности. То есть в основном все занятия практические. То есть до 24 числа мы должны полностью программу закрыть. Люди желают, стремятся, их понятно, их желание. Вот, поэтому они, как бы сказать, не то что в шоке, но они еще, наверное, даже не поняли, что они совершили.